Днем пятницы на улице Карла Маркса, недалеко от остановки Павленко, таксист на Тииде спровоцировал ДТП, в котором его и чужая иномарка потеряли ход. Под удар попал 41-летний хабаровчанин на Мазде MPV, который возвращался домой с работы. Мужчина двигался в направлении аэропорта по второй полосе и ехал с небольшой скоростью. Движение уже начинало замедляться перед вечерним часом пик. Автор аварии появился на главной дороге, поднявшись на развязку с улицы Большой. Он собирался влиться в общий поток, рассчитывая ехать в сторону центра города. При слишком энергичном выезде и одновременном перестроении с первого ряда во второй таксист потерял контроль над машиной. Тиида вылетела на встречную часть дороги и врезалась в минивэн. Его водитель, получивший права 10 лет назад, ничего предпринять не успел. Его занесло, и он вылетел мне на встречную и зацепил меня. А вы ничего не могли уже сделать? А это произошло прям в считанные секунды. Даже там, я даже, то есть он выскочил прям вот, ну, прям сразу. 36-летний таксист вину не отрицал. Мужчина объяснил, что карты ему спутал третий участник событий – шофер Чайзера, ехавший по Карла Маркса со стороны промышленной. Этот автомобиль приближался очень быстро, и таксист, уже начавший выезд, вынужден был энергично маневрировать, чтобы исправить ситуацию и не попасть под удар. Для оформления аварии водители обратились за помощью к автоинспекторам. Пострадавших в аварии не оказалось. Страховой полис имелся только у виновника столкновения. С места происшествия Анастасия Манина и Леонид Булдыгеров.